Дактилоскопическую регистрацию при получении документов казахстанцы могут проходить добровольно. Окончательное решение приняли сенаторы. При этом обязательная процедура остается только для получающих удостоверение личности моряка, а также для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16 лет. Кроме того, они больше не смогут получать ИИН по доверенности. За услугой им придется обращаться лично. Напомним, ранее в законе была предусмотрена норма введения обязательной дактилоскопии для всех граждан Казахстана. Заработать она должна была уже со следующего года. Также Сенат одобрил демонополизацию госкорпорации правительства для граждан. Теперь часть услуг будут оказывать так называемые компании-партнеры. А для сотрудников ЦОНов вводится дополнительная ответственность за сохранность персональных данных казахстанцев.